Заканчиваются последние приготовления. Актеры поправляют грим. Еще немного, и на сцене ученического театра Самарского государственного института культуры начнется спектакль «Аленький цветочек». Историю о чистой любви, о преданности и жертвенности знают, пожалуй, все. Одноименная сказка Аксакова входит в школьную программу. В рамках фестиваля «Театральное Приволжье» студенты третьего курса театрального факультета Самарского государственного института культуры представили «Аленький цветочек» в качестве конкурсной работы в номинации «Студенческие театры» и стали лучшими в регионе. Зачастую берется материал, который сейчас, востребован, да, современная драматургия или что-то еще. Но и меня учили так, и я вот так своих ребят учу, и мы с Сан Санычем Мальцевым, что ребята должны прикоснуться к великой драматургии, к великим писателям. Пьесу по сказке Сергея Аксакова написал самарский артист театра Сергей Макаров совместно с композитором Леонидом Вахмяниным. Спектакль ставили более 2 лет. Спектакль готовили с самого начала обучения. Как только мы поступили, мы узнали о том, что будет ставить спектакль «Аленький цветочек» с теми, кто поступил на курс Юрия Ивановича Долгих. Готовили постепенно, фрагментами. Сначала одну часть, потом другую. И так получилось, что спектакль вышел целиком. И сегодня премьера в учебном театре нашего вуза. Как говорят сами артисты, театр получился условным. В нем нет декораций, только пустая сцена, музыка и актерская игра. Именно через нее герои обращают воображение зрителя к образам из сказки. Корабли, дворцы, диковинные сады и даже «Аленький цветочек». Его актеры изображают руками. Впрочем, сюжет классика остается неизменным, и знакомая сказка из детства все так же учит прописным истинам. Если взять детей, которые приходят на наш спектакль, конечно же, они учатся доброте, потому что они смотрят на то, как поступает Настенька. Они учатся, наверное, еще любви крепкой. Ну, наверное, вот этому. Доброта, любовь. Зритель остался довольным. Спасибо огромное, ребята. Получили огромнейшее удовольствие от этого спектакля, от того, что помнят имя Аксакова. И, наверное, не все самарцы знают, что это имя связано с нашим городом. И возвращаются вот эти традиции такого доброго, детского, семейного просмотра. Поддержку молодым актерам самарские студенты организовали акцию «Челлендж. Подари аленький цветочек». Самарцев призывают выкладывать в социальные сети фотографии алого цветка, живого или самодельного. Хэштеги к фото «Театральное Приволжье. Год театра». По мнению студентов, это поднимет зрительский интерес к самарским конкурсантам. Напомним, победителя фестиваля «Театральное Приволжье» в ноябре определят зрители путем народного голосования. Голосовать можно только за финалистов из других регионов. Проект «Театральное Приволжье» в рамках Года театра в Приволжском федеральном округе реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.